Вечер в хату, пацаны. Прошел слушок, что вы хотите изучить Гейнер Твист. Хорошее желание, одобряю. Итак, для того, чтобы научиться Гейнер Твист, вам нужно уметь Гейнер и Твист, соответственно. И если вы умеете и гейнер, и твист, то вы просто объединяете эти два элемента воедино, и у вас получается гейнер-твист. Легко и просто. Ну а на этом туториал заканчивается. Всем спасибо, всем пока. Пацаны, шутка была. Похлопаем. Отличная шутка. Я уж прослезился. Шутничком заделался, да. Для изучения этого элемента найдите подходящее место. Удобное и безопасное. Лучше, конечно, все изучать в залах, но так как у вас залов нет, ищите что-то на улице. Например, песок, песчаный карьер или хотя бы пляж. Но вы должны понимать, что чем хуже вы делаете гейнер и твист, тем выше вам нужно становиться, чтобы докрутить гейнер твист. Ну что ж, если вы обладаете всеми необходимыми навыками и имеете место для его изучения, давайте приступим к делу. Первый раз я попробовал гейнер твист на этом псевдокарьере. Тут была достаточная высота, и у меня почти получилось. Прошло немало времени, и я решил все-таки научиться гейнер твист. В этот раз я стал изучать его на пляже. С колеса на песок. На песок. Ну, мне просто было впадлу ехать в карьер. Сначала я убедился в том, что действительно умею твист. А потом, что я умею и гейнер. Изучать данный элемент я начал по небезызвестной вам методике повышения градуса. Ну, естественно, повышать градус, что же еще? То есть вам нужно свой твист развернуть на 180 градусов и сделать его вперед. Вы можете начать плавно подходить к гейнер-твисту со 180 градусов. Но я решил начать с 90 градусов и стал перпендикулярно к... Перпендикулярно чему? К чему? И стал перпендикулярно к направлению движения. И попробовал сделать гейнер твист в бок. Что-то подобное у меня получилось, и я начал пытаться постепенно повышать градус. И повышал я градус до тех пор, пока не достиг желанного результата 90 градусов. И все, что мне оставалось, это докрутить и приземлиться на ноги. Еще несколько попыток, и я его докрутил. Еле-еле, с горем пополам, на корты, но докрутил. Вот, собственно, и все. Эй, диджей, эй, битмейкер, эй, уличный денсер, шейкер-шейкер, эй, патимейкер. Вот так мы с вами сегодня научились гейнер твист. Конечно, не идеально, но что поделаешь. Дорогие мои, как вы хотели, с первого раза идеально ставить? Тем более с такой низкой высоты. Нет, конечно. Ну что ж, друзья, спасибо за просмотр этого маленького неприглядного туториала. Ну а какой должен быть туториал на гейнер твист? Это же так просто. Всем спасибо. Пока. До встречи в следующем видео. Или когда там? До встречи в следующем видео.
как говорят у нас на зоне, нож в печень никто не вечен. Собаки. Дикие собаки. Здравствуйте. А вы что здесь делаете? А, вы наркоман. Но я вам не мешаю. Спасибо. А собаки сожрали человека. Ничего особенного. Итак, ну что ж, дорогие друзья. Спасибо всем. Ты пьяный или что? Чтобы вам было мягко приземляться. Здравствуйте. Здравствуйте. А что ты делаешь? Видео. Поводы. В смысле, видео снимать? Общающее видео по паркуру. Где второй? Второй кто? Ну вы же не один видео снимаете? Нет. Сам занимаетесь паркуром? Давайте тушу порешать. Без проблем. А вы типа подходы делаете? Да. Я понял. Ну, вы нормально не делаете.